В сегодняшнем судебном заседании прокуратура заявила отложить на следующий день, потому что пришел иной прокурор, то есть состав поменял со стороны обвинения, а также прокуратура должна была обеспечить явку переводчиков, то есть людей, которые делали перевод с украинского на русский, однако там непонятно, их было несколько, а подпись стоит одна, есть некоторые нюансы, которые мы должны выяснить. По моей инициативе мы настояли при поддержке коллеги Николая Михайловича на, скажем так, временном изменении порядка исследования доказательств, и прокурор вынужден был с этим согласиться. Я думаю, что сегодня в судебном заседании прозвучали основополагающие тезисы, на которые должен опираться суд в ходе этого процесса. Это заключается в том, что как с точки зрения международного права, с точки зрения и устава, и других документов Организации Объединенных Наций, Хельсинского акта о нерушимости границ, решений и постановлений Парламентской Ассамблеи Совета Европы, стран ОБСЕ, а также и решений правительств многих других стран, Крым, а также и с точки зрения российского законодательства. Крым не является частью Российской Федерации, а поэтому обвинение в том, что в ходе дискуссии было какое-либо посягательство на территориальную целостность Российской Федерации, являются и недоказанными, и безосновательными.